По телеку посмотрим. Готовы? Готовы. Все, мы готовы. Все. Давай, смотри. Во-первых, как ты тренируешься, такие броски, как удалось, и какие впечатления, эмоции, и поедешь в Москву на Евролигу? Да, я как раз собирался 27-го на матч поехать, и чтобы билет не покупать, вот, бесплатно есть возможность, не пришлось забить. От команды сам попросился? Да, и... сам сказал, да, давайте я кину. Ну, и на тренировку, может, как-то определенно, постоянно отрабатываете это, может быть? Нет, ну, постоянно нет, не отрабатываю, ну, перед тренировкой бывает, иногда прихожу и кидаю, ну, делать нечего и кидаю. Через неделю мы увидим тебя, скорее всего, в Москве и будем смотреть. Да, я 100% приду. Даже если билет не дадут, но придется прийти. Он запланировал уже. Ну, ЦСКА. Спасибо.